перетирали. Эрик, давай, знаю, сюда. Бегу, бегу. Резайтесь. Пулеметчики, тут здание, попробуй куда-нибудь здесь залезть. Мне кажется, у тебя тут должен хороший быть обзор. Все остальные за мной, попробуем сейчас обойти. Надо создать видимость, что мы этот идем спереди. Давайте выдвигаемся на позиции, я жду вас. Как у тебя обзор, пулеметчик? Тебе нормально там? У меня нормально. Отлично. Оббегайте, оббегайте стену, парни, вы там не перелезете. Сейчас, 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 сейчас. Я в бинокль смотрю. Вижу, вижу пехоту. Внимание на карту, на мече пехота. Миномет. Парни, здесь фишка есть. По мосту не бегите, кидайте дымы вперед, там внизу. На мосту пулемет, на мосту пулемет. Пантера на мосту. Точка обратно пошла в их сторону. Давайте, где я? Давайте, где я? Под мостом, не на мост, под мостом, парни, под мостом. Гренадер. Гренадер НВ, НВ, НВ. На НВ. Метки ставьте, метки ставьте. Я не могу тебе четку поставить, приблизительно. Он в кустах. Точку убираем. Парни, есть дымы, кидайте просто дымы на мост и проходите. Вы так не пройдете, или сейчас вас танк просто покосит. Гренадер убил. Бомба полетела на мост. Бомба на мост. Должна. Нет? Пантера сейчас сожжет наш ПДР. Just need revive. ПДР сдох. Парни, я вам говорю, как делать. Делайте так, пожалуйста. Если вы будете медлить, вы не пройдете. Командир, у нас все дымы закончились. У нас закончились дымы, мы не успели перебежать. Все, я понял, понял. Ждите, ждите меня. Сейчас ради ближе поставим. Поняли фишку под мостом? Как проходить? Два танка тут стоит, два танка.
Эхи под мостом уже сидят. Ну, блин. Блядь, Алан, тебе, наверное, надо как-то поменять позицию, что ли. Танки отходят, неожиданно. Отошли метров на 150 от моста. Авиация летит. В смысле отошли? А, все, да. За мной побежали, за мной радист, быстро, быстро за мной. Там первая атакует с севера точка. Пантера встал так, чтобы мы вот снизу не могли проходить, блядь. Он контролирует. Ну все, чё, ну, блядь. Ну я говорю, это эффект неожиданности. Запомните, как эту точку проходить, неважно даже если. Неважно, если она даже просто без зон. Это вот это вот идеальное место под мостом. Кидайте дымы вперед и идете. Сейчас в идеале, если покидать, только с другой стороны зайти. Есть дымы еще? Киньте просто, сейчас пройдем. И вот этот, наваленный туда тоже киньте, чтобы всё, нас не увидел обзором. Всё, она отъезжает, можно попробовать. Давайте, давай. Бегом, 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 за мной быстрее. Авиация. Это не на нас. Медик, медик, иди сюда, медик, ты где? Подойди сюда. Медик. Смотрите, как мы без танка взяли точку. Здесь было два танка. Просто идеально зашли. Правда, с погрешностью, но ничего страшного. Противник, противник. Алан, Алан, меняй позицию, контратакуй, сейчас ты 90, будешь нужен. 90. 90 что именно? Юг, север, запад. Восток, восток. Thank you. Guys. Командир, ралик будем переставлять или мне обновить? Нет, обновляй, ничего не представляем. Задача закрепиться пока тут. Бриты там летят с тремя танками и не могут взять точку. Кастлер, у нас тут неплохая позиция, якобы понтонная. Вот этот маленький мостик. Окей, и окей. Ты, главная твоя задача не подпускать их к мосту, пехоту ее отсекать. Патроны просто короткая очередь. Пулемётчик лежит в окопе на востоке. Снял.
хорошо. У них на севере пушка, походу, там они поставили. Север, где пушка, мина? Они идут на только с востока, троих завалил. Парни, здесь танк пристрелялся по нам, DVD аккуратней. Я мечу там. Угу-гу. Пантера с востока. А, передо мной 100 метров. Куда я смотрю? Все, патроны кончились. Резаться, да? Попроси стрелка какого-нибудь. Может, у Синяков. Там вот припасы стоят, полняшку не вскопали. Не у тебя есть автомат без копать? Я поставить ее не могу. Копать-то могу. Танк, где радист, вот Синяков, видишь, радист Синяков? Да, вот там. Да-да-да, я уже все поставил. Где тебе поставить припасы? Да где хочешь, вон там он, рядом с машинкой. Пехота, пехота идет. В лесу, блядь, скинь. А я сейчас выкопил. А, нету, все, нет, 200 всего лишь. Блин. А че, куда мне еще-то потратили, я не понял. Пушка 800. Медик, медик, уходи за нами. Напрямо у этого, у брода стоит. У этого маленького моста. Чуть-чуть севернее маленького моста. Да все та же патрон. Он статусом, короче, поставил мед. Смотри, где номер. Посмотри туда, Алан. Меч, меч, на меч. Ох, блядь, две пантеры теперь, ё-моё. Они мост обстреливают. Много пехоты идет на маленький мост. Жди, подпусти поближе, жди. Я под огнем, меня пантеры подавляют. Я троих завалил. Они дымы бросили на маленький мост, а да. Вторую точку забелели британцы. Все, точка взята? Да. Пантера сейчас. Пантера на дороге. Прям на прежде меня две пантера. Через, я не знаю, через это. Останься, наверное, пока там, потому что сейчас будем с двух флангов их пушить.
У тебя позиция, в принципе, нормальная для обстрела. Окей. Все, что я могу сказать, парни, просто ждите, не умирайте, ждем танки. Ждите туда, это самоубийство. Просто тупо как пушечное мясо. Я по тому берегу пойду, да, канал ближе посмотрю, что. Попробую, но аккуратнее. Особо не сливайтесь, экономьте это. DVD приняли с маленького моста. Он прям на пантеру бежал. Ну да. Слышу наши танки. Да, подъезжают. Это мы их тоже слышат. Радис, давай за мной, сейчас попробуем с тобой пройти. Так, нашел АТ-пушку нашу, попробую помочь нашим танкам. Иди как я, Радис. Пытаюсь, пытаюсь, командир. Пантера отъедет к точке задним ходом. Командир, там где DVD, аккуратнее, там и пехота еще. Отлично. Ранен, медик. Медик. Жди. Давай ко мне. Да, да, да. Я здесь сзади тебя. Ща я высматриваю просто кусты. Mm-hmm. Зря просто будет мигать. А через контрол в присядку давай за мной. Да. Слева, командир, слева! Блин. Слева, в кустах прямо, напротив. Может, здесь в наглую поставим еще ролик. Ну что там, фраг, стреляй? Фраг, да, возле мостика лежит прям стрелок в кустах. Маленького? Да-да-да-да, когда выйдете. Он на той стороне так и остался лежать, да? Через дорогу. Или в наших кустах, где мы идем? Сможешь вот где вы идете? По вашей стороне. По нашей стороне. Там пантеры подбиты. Может, гранату кинуть вперед? Он здесь, я рядом с ним, Фрай. А, чуть-чуть восточнее. Чуть восточнее тебя, Хастер. А, через дорогу, верно? Это тот, который нас тогда снял, получается. Там... Я не понимаю, что они там делают. Все убил. Сзади. Сзади подъезжает техника. Отлично.
прямо здесь вплотную уже. Пантера на вас вытелась. Понятно. Сейчас дым в нее даю. Даю в нее дым. Все, не кидайте много дымов. Много дымов не кидайте. По одному кинули, ползите дальше. Ничего, может пригодиться. Я на крыше. Да, сейчас попробую. Ползем, парень. Но сразу. Пехотинец. Убил. Командир, ралик меньше 2 минут. Что делаем? Обновляй. Принято. Через дорогу быстро. Пехота. На меньше где-то. Ползи вперед, я тебя прикрою. Через 5 секунд у вас будет поддержка пулемета. Проходите. Так, я дополз до кустов. Жду, командир. Лес, там канал надо найти. Вижу пехоту. Для кустов радист. Сейчас попью, подожди. Пулемет оставаться на прежнем месте. Не, все, ты что, снимайся. Поднимите там. Воздух, парни. Медик работает. А, все, точка туда. Поднимай других, иди других быстрее поднимай. Потом перебинтуешь меня. Запомни работу медик. Когда 1-2, окей, поднимай, но когда их бинтуй, но когда их много, их надо быстро поднять. Ну и вот видишь, промедлил. Лежи. Они погибали все уже. Сейчас я подниму тебя. Я подниму его. Блин, у меня нет. Давай. Морфия. Поднимай. Мне кажется, со спины стреляют по нам. Из дома откуда-то. Да, стреляют с южного берега. Утверждаю. Все, внимание на карту, мы уходим на метку 60. Все на карту, внимание. Синяка вот подними тоже, он ждет, лежит. Ныряй в траншею. В окоп ныряй. За мной.
сейчас будет, внимание, сейчас будет временный ралик, потом движемся еще чуть вперед, еще ралик переставляем. Мы сейчас чуть-чуть растянули, сейчас надо подождать, чтобы пулеметчик был. Я рядом. Медик, с пулеметом останешься, будешь смотреть. Потом за нами пойдешь дальше. Я скажу, когда дам вам команду, когда сменять позицию. Нам тут остаться, да, Хаслер? Да, пока останься тут. Пойдем в другой дом, Эрик. Давай за мной. Блин, у меня же воды уже нету. Такая что меньше. Вон, пополняшка впереди вроде, пополняшка, да? Пополняшка чуть северо-запад. Уберем есть. Да. Пойдем, пополним боезапас. Кончил. Авиация. Я понял. Короче, парни, на карте сейчас метку поставлю. Там в зданиях пока закрепимся. Вперед, через поле, чисто. Пулемет с вами, да? Да, двигайся с нами. Ну что, надо их поджимать по чуть-чуть, давайте вперед. А, вражескую ВМСАЛС нашел сейчас, сорву. Бьем колечко. Парни, пулемет, медик, давай за мной, фрай подтягивайся, я вас принял. Жду. Наши танки в атаку пошли. Прикрываем танки. Пулемет, у тебя тут сейчас будет позиция. Так что готовься, сейчас здесь займешь. Вижу пехоту. Пиздец, меня убили. Все, не высовывайтесь, кустов садится. Бойтесь только своей позиции. Меня поднимите, не высовывайтесь. С этой фигней аж прям все слова английские забыл. Штука уезжает на северо-восток. А, у меня MSP в блоке. На севере, да, MSP у нас.
Радис. Я здесь. Им там очень плохо нашу точку забирали. Они даже рту дали в точку. Эти немцы. Радис, беги по мне. Пока да. Посмотри, где я. Да-да-да, бегу-бегу. Вижу. И танк, и танк. Там ремонтка у них стоит. Давайте рискнем вперед. Давай, приветчик, за нами, сейчас ты будешь очень нам нужен. Там вы мостик, там пехота. Много пехоты. Все, меня спалил. Спалил. Такая же фигня. На дороге танк стоит. Слева от дороги попробуйте выходить. Давайте вон где точку ставим, сейчас попробуем там пройти. Арта нужна вражеская. Ой, блядь, наша. Вон комбель подъехал, может ему меточку дать на МГ. Там вон танк прям стоит. Мы уже в точке, да. Медик, лежи, сейчас подниму. Полоть его, дружеская. Вон, вон, вон танк. Эрик, прямо передо мной ставим противники, аккуратней. Да, спасибо. Эрик, там тебя DVD просит, там тебя DVD просит, подойди к нему ралик поставить. Или поднять его. Хорошо, принято, бегу. Давай, 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 пойдем, пойдем, пойдем.
Парни, поднимите фраг, не гиваться. Да-да-да, сейчас. Снайпер прямо на мосту сидит. У них дорогу простреливать. Пулемет кроет фрага, я не смог поднять. Танковая дуэль. Немцы проигрывают. Главное, голову не поднимай, у нас тут пули свисят над башкой. Я в точке. Технику слышу какую-то. Походу машинка. Поставим сейчас время на ралли. Нет, похоже на штук. Или гномак. Сейчас через здание выходим в тыл к ним в точку. Бегу. Интересно, я его двигу, если буду стрелять, я его взорву. Здесь как дамаг. Не, не пробьешь. Около... Кто там со мной стрелок? Убейте его в пусто. Поднимите меня. Медик, ты где? Давай, бегу. Ты долго очень идешь. Давай, хоть это рейс не в кусто. Хорош. Меняй, наверное, позицию, чуть ближе уже подходи. Сапер нужен на фак. Медик, чуть-чуть скорости прибавь, чуть-чуть. Пулемет, меня позицию ближе ко мне подходи. Минус 3 дал еще. У них тон спаун. Вот я ради синяков, впереди где-то там у них, блядь, ралик тоже будет. А, пулемет, быстрее сюда сейчас будешь подавлять, на меч. Так, смотри, я рядом. Просто стреляй. Смотри. Все. Командир, временный ралик сейчас закончится, будем ставить новый? Нет. Остальные за мной. Какая-то техника едет. А, наша. А с другой стороны, радист, в другую сторону переходи. Переходи на другую сторону, там прострел. Да, я уже в точке, точка падает. Точка падает. У меня чисто пока, никого не вижу. Смотри, главное, в ту сторону. Я смотрю. Да, точка активно падает. Я слышу миномет где-то.
Там вот возле нашей машины. Арту дали. Арта вражеская, аккуратно. Ну что там с точкой? Точка сейчас будет наша, командир. Потому что рейтинг пошел на точку. Фраг, 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 фраг. Живи. Твоя задача сейчас как можно максимально поднять людей. Смотри на карту, чтобы первого, если это умрет командир страны, поднимай его. К союзному танку тоже близко не подходите. Они при выстреле наносят сильный дамаг. Союзниц, союзной пехоте. Да любой пехоте. У меня прям на мне. Прям на мне пехота. Убили его. Я две гранаты бросил. Он здесь стреляет, походу. Перебегает опять. Ну, в кустах там. А, у меня под имени сзади. Фраг, ты где? Фраг, не спи! Они с другого бустера стреляют. Командир, там у большого дерева. Он гевапнулся. Да. Приди, сдавай мне. Беги, беги. Пехоты много, много впереди. Танк впереди. Кидай гранат. С юга противник, с юга. Метки поставим, идем. Осматривайте машинки, МСП, Хиральби. Фрай.
Понял. Родись ко мне. Ага, нашел логистику. Хорошо. А, на обзор мы уже. Давайте через лес заходим в точку. Убил рыбочку, убил. Хорошо. Чистим. Они нас ждут, сейчас будет агр. Он, ты заметил, да? Он один тут просто лежал. Он ждал нас. И вообще не нас даже, просто отряд. Технику слышал, по-моему. Сзади командир. Оббегает вас со стороны. За лавками там стоит. Убил. Не give up. Поднимай. Они гивапнулись. Пулеметы там гивапнулись. Медик, давай работать. Все, догоняйте нас, парни. Там танк едет. У них ралик. Здание где-то около нашего недалеко. Сейчас примерно метку поставлю. Хаслер, на мече идет нас против. Еще идет ралли. На мече идет. Не, спину зашли нам опять. Спине. Хаслер, к тебе подходит. Около меня приближается. Он прям за заборчиком возле тебя, да. Там только если с наспехи встать и крюк большой сделать. Вставайте взять. В МСП, 11 минут осталось, была не была, попробуем атаковать. Который в квадрате А6. Нам уже ничего терять. Радис, давай ко мне.
там взорвали. Ралик подстреливает пулемет. МП 40 рядом. Пулемет живой. Все, победа.